В индустриальном районе недалеко от остановки улица Артемовская неизвестные сожгли «Жигули» престарелого инвалида. В результате пожара повреждены еще две иномарки, которые были припаркованы рядом с отечественной машиной. ЧП произошло в начале 7 утра. 48-летний шофер Toyota Vitz, у которой оплавился левый борт, узнал о произошедшем благодаря сработавшей сигнализации. Отключил сигналку, она по новой сработала. Ну, уже оделся, так, накинул, выбежал. Смотрю, мою машину оттащили ребята, и вторую тоже друга. А это горит, и пожарная подъехала. Оттаскивали очевидцы, да? Да, очевидцы оттаскивали. Мужчинам удалось спешно эвакуировать и второй автомобиль, Toyota Ranks, правый борт, который обгорел сильнее из-за направления ветра. «Жигули», полыхавшие словно факел, спасти уже было нельзя. Для 79-летнего хозяина сгоревшего автомобиля это колоссальная утрата. Михаил Семенович – инвалид, у пенсионера нет ноги. Недавно мужчина перенес инсульт, у горожанина – больная жена, которую он периодически возит в поликлинику. Для пожилой четы транспортное средство жизненно необходимо. Потерпевший уверен, что пожар не мог стать результатом неисправности. Я думаю, что подзыв, потому что она замыкание не могло быть. Аккумулятор был севший, вот. А сзади я как раз в пятницу поехал, купил новый аккумулятор, он в багажнике лежит. Я его не поставил, хотел сегодня ставить. Врагов у инвалида нет, его образ жизни их просто не предполагает. Гараж у пенсионера имеется, но в последнее время он оставлял «Жигули» рядом с подъездом. Ходить становится все труднее. На месте пожара работала следственно-оперативная группа. Полицейские попытаются отыскать поджигателя. С места происшествия Денис Коршунов, Юлия Зима и Андрей Алферов.